Дошли до последней главы книги пророка Аввакума, до третьей главы. God has finished speaking to Habakkuk, and now Habakkuk answers with a prayer. Бог заканчивает свои слова к Аввакуму, и Аввакум теперь молится. This is a very passionately praying prayer. Это молитва, которую он молится с усердием. In my Bible it says that it is prayed according to Shigionoth, verse 1. According to what? Is it yours? Have that. According to Shigionoth. У меня молитва Аввакума пророка для пения. It says for singing. Okay. It is for singing, but it's a certain kind of singing. Здесь для пения, но имеется в виду вполне конкретное пение. It is the kind of singing that a man sings when he is staggering to and fro. Это то пение, которое человек совершает, когда как бы идет нетвердой походкой, пошатывается. То есть человек, как бы, которого трясет terror. От ужаса. It's a very emotional song. Другими словами, это очень эмоциональное пение. So he says in verse 2. И поэтому во втором стихе он говорит: Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. He understands all that God is going to do. Теперь он понимает все, что собирается сделать Бог. And I punish Judah for her sin. Наказать Иуду за грех ее. Use the Chaldeans to do it. Через халдеев, то есть руками халдеев. And then when the judgment is finished, he'll punish the Chaldeans. И дальше, когда суд над Иудой будет закончен, будет суд над халдеями. And in the midst of it all, he asks for God to remember mercy for his people. И посреди всего этого он просит, умоляет Бога во гневе вспомнить о милости. There is the image that Habakkuk has of God in His glory and radiance in verse 3 and 4. В третьем и четвертом стихах рисуется образ Бога во славе своей, блеск ее как солнце. Так, третьем. Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славу его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. You may remember reading about Teman in one of the earlier books. Наверное, вы уже читали о Фимане в какой-то другой, более ранней книге Библии. Teman was a major city in the land of Edom. Большой город в городе Эдоме. And Paran is also an area down south. Фаран находится на юге. It's in the region. Maybe the point is that the destroyer comes from the north. Наверное, здесь проводится такая мысль, что захватчик придет с севера. But God is pictured as coming up from the south. А Бог грядет с юга. Which is also the general direction of Mount Sinai. Что, в общем, является общим направлением горы Синай. Where the law of Moses was given. Где были даны скрижали с законом. But mainly we are to notice God's light. Но здесь еще Бог рисуется как Бог света. He is pictured as radiant, and light is a symbol of purity and holiness. Блеск ее как солнечный свет, а свет, как мы знаем, это символ святости и чистоты. And then we see his power in verse 5. И дальше в пятом стихе мы читаем о силе Божьей. Пред лицем его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Again, it's a picture of plague, and that makes us think of the plagues against Egypt. И опять-таки здесь у нас упоминается слово язва, что заставляет нас вспомнить о казнях египетских. Or the plagues that he sent against the Canaanites from time to time. Или язвы, которые Бог иногда посылал Хананиям. Or the plagues that God sent against his own people from time to time to discipline them. Или те ненасти, которые Бог посылал порой своему народу для того, чтобы обратить их к себе. God very frequently uses plagues. Вот через язвы, через какие-то страдания, Бог заставляет людей обратить на него внимание. And to drive them to trust him. И привлечь их к нему, то есть к себе. The picture of verses 6 and 7. Картина в стихах 6 и 7. Is of
general fear on the part of the two nations mentioned. Описывает общий страх со стороны двух народов, которые здесь упоминаются. Cush and Midian are two nations down to the south of Israel. Cush is probably Ethiopia. Эфиопские, грустными видел я шатры эфиопские, сотрясались палатки земли Мадиамской. Они располагаются к югу от to the south of Israel, от Израиля. Yes. So we have this picture of all the nations in fear and trembling. Вот здесь нам рисуется картина всех этих народов, которые трепещут от страха. Before God, who is the great judge. Перед Богом, который есть великий судья. And then verse 8. Дальше стихи 8. Affirms that God's wrath is poured out. В 8 стихе утверждается, что Божий гнев будет изливаться. But it's not poured out against rivers, even though he may use rivers. Но он будет изливаться не на реки, хотя он может делать это через реки. His holy wrath is poured out against people. Но гнев его изливается на людей. Syrians, Babylonians, Jews. Ассирийцы, вавилонян, евреев. And he uses his creation to execute his justice. И через свое творение Бог приводит приговор в действие, вершит свое правосудие. Now listen carefully to verses 9 through 11. Пожалуйста, внимательно послушайте стихи с 9 по 11. And see what biblical references you can hear in these words. И попытайтесь определить, какие библейские ссылки вы можете здесь увидеть, то есть указания на какие-то другие события. Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. All right. Do you, as you listen to those verses, do you hear in the background or do you remember in the background any biblical stories? Вспоминаете ли и узнаете ли вы по мере прочтения этих стихов какие-то другие библейские истории или библейские события? Exodus. Okay. Exodus. Исход. Ну, Иисус Навин, когда молился на Навин. Joshua, the son of the moon standing still. Uh-huh. Okay. So he's remembering God's great deliverances in the past. То есть, другими словами, он через это вспоминает великие такие моменты освобождения, избавления своего народа в прошлом. And then there is the continuing prediction of the destruction of Babylon in verses 13 and 14. И дальше в 13 и 14 стихах продолжается пророчество об истреблении Вавилона. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его до основания, до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. I don't see anything like that. Okay. In three places in Habakkuk chapter 3, в трех местах, в третьей главе книги пророка Аввакума, in the Hebrew Bible, we find the word Selah. В древнееврейской Библии мы находим слово Selah. And the word is an indication that as we're singing this song, we should stop. Это слово означает паузу. Другими словами, на этом месте в исполнении песни необходимо прерваться. And the thought is stop and let these words sink in. И означает вот эта пауза то, что мы должны прерваться и позволить словам проникнуть в нас. Think about it. Мы призваны задуматься над теми словами, которые были произнесены. Пусть они проникнут глубоко в наше сердце, и да размышляем мы над ними. And we have this picture at verse 13, 14, 15. И в 13 и 14 стихах, и в 15. Of Babylon, the oppressor, finally being oppressed. Когда угнетатель Вавилон сам подвергается угнетению. Again, когда притеснители сами притесняемы. And yet one more time in verse 15, a picture of the Egyptian Exodus. И в 15 стихе еще один образ египетского исхода, исхода из Египта. «Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод». То есть указание, намек вот на то время, когда народ Божий вышел из Египта. As we turn to verse 16, this is the final passage in the whole book. С 16 и далее заключительный отрывок всей книги. And there is a change in the whole tempo of the song. Здесь меняется темп всей песни. Up to this point, if we were reading this passage out loud the way Habakkuk does. До этого времени, если бы мы с вами читали вот этот отрывок так, как это делает Аввакум. We would read it
Very loudly, мы читали бы его очень громко, with great trembling in our voice, с таким трепетом, с дрожанием в голосе, with high anxiety, и с большим таким волнением, but now things с большой change, тревогой, тревожным волнением. And instead of thinking about the Chaldean invasion, и теперь происходит такое изменение в темпе. Вместо того, чтобы размышлять над халдейским нашествием, Habakkuk now turns his attention to God. Переключает наше внимание на Бога. And the Babylonian invasion is in the back of his mind. И мы продолжаем помнить о Вавилонском нашествии. But God is at the forefront of his mind. Но теперь на передний план выходит Бог. Just like he said in chapter 2, verse 4, the just shall live by faith. Так же, как он во второй главе, в четвертом стихе сказал, ибо праведный верою жить будет. Habakkuk trust the Lord. Авакум уповает на Господа. Verse 16. Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, и я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. There's nothing he can do but wait. Что остается делать? Только ждать. He's here in Jerusalem. Здесь он находится в Иерусалиме. And Babylon is coming across. А вавилоняне вот идут from the отсюда, north, с севера, down south, к югу передвигаются. And there's nothing in their way to stop them. И уже ничего их не остановит. And he just knows that the day of destruction for him and his people is coming. И он знает, что день разрушения, опустошения для его народа грядет неизменно. Like a farmer right before a hailstorm. Знаете, это подобно фермеру, который знает, что будет буря, и как бы понимает, что ничего не может сделать, чтобы эту бурю каким-то образом отвратить. Он просто сидит и ждет. But rather than despair, но вместо того, чтобы предаваться отчаянию, listen to what Habakkuk says. Аввакум говорит. В 17 стихе. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила». Нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. This is surely one of the greatest expressions of confidence in God, we find in Scripture. Во всем Писании это один из самых ярких отрывков, говорящих об уповании на Бога. It is an agrarian society. Речь идет о таком сельскохозяйственном обществе, аграрном обществе. And everything is wiped out. И смотрите, все как бы пропадает, ничего не остается. И смоковница не расцвела и так далее. What Habakkuk is doing, obviously, is listing all the things that are important to him. Итак, здесь Аввакум перечисляет то, что было важным, актуальным для общества тех дней. All the things on which his life depends. То, от чего зависела жизнь и благополучие народа. All the things that the Babylonians will destroy. То, что уничтожат вавилоняне. Take all those away, and what will he do? Итак, если всего этого не станет, что он будет делать? Yet I will exalt in Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Now that is trust. That is the trust вот это и есть of the righteous истинное person. Упование праведника на Бога. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.